Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю очередной видосик по мега нагибу. Сегодня у нас скидочки в гараже, это значит, что наконец-таки я доделаю данную рубрику до конца, так как мега нагиб заключается именно в прокачке моего викинга молота. Сегодня я поставлю на последний шаг своего викинга молота. Ну, уже у нас качано по 19 шагов, ставлю на последний шажочек и прокачаю еще сегодня у нас модули. Такое вот недлинное видео у нас сегодня получится. Но сегодня еще также я хотел бы рассказать о том, что же в дальнейшем, в принципе, я буду прокачивать на данном аккаунте. Безусловно, это новый комплект, который я приобрету, пока его вот как раз таки в гараже не имеется. Но когда он появится, я постараюсь накопить кристаллики на него как можно быстрее и его приобрести, так как звание генерал-лейтенант уже совсем скоро, но так и на генерал-майоре я все-таки успел докачать свой викинга-молот до фулл прокачки. Вот, как вы видите, я уже на фулл прокачку поставил. Что касается модулей, то сегодня мы их тоже подкачаем немножечко так. Давайте сейчас посмотрим, что у нас лучше прокачивать с ускорениями, а что вообще без ускорений. Данные модули вообще без ускорений будут прокачиваться у нас. Модуль от рельса тоже без ускорения, от рикошета. Два модуля у меня, ребятки, М2, уже почти получаются фулл качанные из-за старых модулей, что касается резист от рикошета, это у нас была искра. Что касается смоки, то это у нас что было? Так. В урбане, наверное, если я не ошибаюсь, был резист у нас. Нет, у меня была Digital, краска Digital. И вот таки в ней был резист у нас смоки. Их я тоже ставлю на прокачку. Все-таки модули М3 модификации открываются у нас только с маршала. Это значит, что мне надо их будет тоже докачивать. И тогда за 0 кристалликов я их смогу приобрести. Докачать я посчитал, например, модуль смоки стоит 80 тысяч кристаллов. Ну а тут 2 шашка рикошета вообще и того меньше, где-то около 50 тысяч у нас выйдет. Поэтому как-то так. Ну что, у меня остается еще 100 тысяч кристаллов. Значит, надо что-то еще под М покашить. Подкачать, наверное, данный модуль я немножко таки вкачаю. До 40% можно смело. 70к остается. Так, 40% будет. Этот у нас 43. 41. 40. Рельса с громом вообще качана, у нас больше 45, в их прокачке нету смысла. Фриз 44, ну давайте тогда вот это что-то еще подкачаем. Твинса, шажочек. Жиги тогда плюс один шаг. 41 будет, это будет 42. И чтобы у нас были все модули М3 не ниже 42, а именно... Раз, два, три, четыре, пять, шесть модулей не ниже 42. Этот модуль мы тоже еще... нет, у меня уже не хватит кристалликов. Ну, тогда на этом все, в принципе, по прокачкам. 6 модулей у меня, ребятки, имеется М3. По мега-нагибу, в принципе, насчет энерджайзера я видео не записывал, поэтому могу вам об этом сообщить. Как-то вот так вот сегодня у нас получилось прокачаться. Можно официально теперь говорить, что рубрика не провалена, что я все выполнил, как и планировал, докачать Вика Молот до генерал-майора, так как такого у нас в игре встречается очень-очень крайне мало. Если так сильно не наврать, то может каких 10-15 аккаунтов играющих есть от звания бригадира до генерал-майора, то есть в этом промежутке с таким вот комплектиком со старым. Ну а больше таких игроков в игре в принципе не существует. Ну а на этом данный ролик подходит к концу. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также подписывайтесь на нашу группу ВК, ссылочка будет в описании. Ну а на этом все.
Спасибо, что смотрели. Пока, ребят.